Орхидея желтенькая. Она вот такая красивая. Разводы сиреневые у нее. На синей, ну, под над цветом не видно. Сейчас попробую ее переместить в другое место. Так, вот она такая вот орхидейка. Вот такие вот цветочки у нее нежно-желтенькие. Растит листик, цветонос и два корешочка. Эта орхидея сидит в ракушках. Это орхидея Палермо, которую я говорила вам, показывала. Так, тоже плохо здесь видно. Сейчас я поставлю на стол. Вот она. А даже мне кажется, что, смотря на это, корни засушенные, да, но клеща, мне кажется, что не наблюдаю я. Хоть говорят, что листики покусанные. Вот, но я пока не наблюдаю клеща у нее. Цветочки не опали после обработки. Все сидит нормально. Вот. Так что буду, положу картошку. Вроде бы я слышала, что картошку ложат наверх на субстрат и смотрят наличие клещей и каких-либо паразитов. Но обычно клещи вылазят на картофель. Ну, а здесь у меня еще рассада перцев, базилика. Базилик, кстати, такой уже большой. Можно будет дождаться, пока вот маленький догонят, и подсыпать земельки. И полить надо, очень пересыхает. А вот дендрик у меня здесь, в принципе, нормально. Ну, что он отсушивает листья, это тоже нормально для дендриков. Растит новые ростики. Вот он вырос, вот он, новый ростик был. Большой. Вот корешочки растят, и вот здесь вот этот росточек я в ближайшее время пересажу на блок. Вот, ну и все мои вот эти еще оценочки осталось показать на март месяц. Вот, смотрите третью часть. До встречи.